Колезі, вітаю тебе, Олю. Вітаю, Світлано. Дякую тобі, будь ласка, дякую тобі за твою інформаційну годину, інформаційний контекст такий. Спасибі. Ми будемо говорити про те, що в Україні у 2023 році планують провести перепис населення. Про це за мить. Не перемикайтесь. Але студія на сьомому телеканалі продовжується. Для вас працює Ольга Голодова. Я вас вітаю. В Україні у 2023 році планують провести перепис населення. Він мав відбутися ще в 2020 році, але через пандемію коронавірусу його змушені були перенести. І всі кошти, а це майже 7 мільярдів гривень, перенесли до фонду подолання коронавірусної інфекції. Про це в ефірі далі з моєю гостею до студії завітала Ганна Ятвецька, кандидатка соціологічних наук. Ганна, я вас вітаю. Дякую, що ви тут. І будемо разом змінювати і говорити про демографічну ситуацію в Україні. Що ж таке перепис населення? Ну, это, скажем так, если совсем грубо, то это за достаточно короткий промежуток времени сбор информации о всем населении, которое проживает на территории страны. Туда входит, как правило, информация социально-демографическая, пол, возраст, где человек работает. Обычно стараются включать еще, рекомендуют, по крайней мере, количество детей, год рождения детей, жилищные условия, еще какие-то важные, какая-то важная информация, допустим, семейное положение, женат, не женат, замужем, не замужем, какие-то вот такие моменты. И они могут, скажем так, отличаться тем, насколько, то есть чем больше мы вопросов туда включаем, тем она сложнее и дороже, и тем сложнее ее провести, скажем так, за очень короткий промежуток времени, если мы будем говорить о не такой немаленькой стране, как Украина. Я ще пам'ятаю перепис, не пам'ятаю, останній раз у 2001 році був саме всеукраїнський перепис, я була тоді дитиною і пам'ятаю, що приходила людина, яка ось так з листочком на кожне питання давали ми відповідь, там батьки або дорослі, які були вдома. Як це проводиться? Як це ви взагалі бачите в умовах пандемії? Як це може провести? Ну, смотрите, опять же, исходя из того, какие есть варианты, можно, чтобы пришел человек и опрашивал с этим листом, да, и либо эти листы могут быть каким-то образом переданы, например, по почте, или человек приходит, приносит эти листы. То есть есть разные варианты, как эти переписные листы передаются людям, человек их может сам заполнить, и дальше тоже есть разные варианты. Либо, опять же, приходит интервьюер и может уточнить какие-то моменты, либо человек может отправить по почте, либо другим каким-то образом. В условиях пандемии понятно, что это не очень хороший вариант, и здесь могут быть, например, то есть если мы не говорим о ситуации, когда у нас все население, все взрослое население Украины, допустим, будет вакцинировано, и тогда этот вопрос будет решен, да, то есть, допустим, мы не берем вариант Израиля, когда у них все открыто уже, и у них нету этой проблемы, да. Мы говорим о том, что мы не уверены в том, что это будет возможно. Тогда у нас возникают сложности, потому что теоретически можно отправлять, скажем, такие переписные листы, можно отправлять по интернету. Но у нас тогда нет гарантии того, что у нас на эти листы, во-первых, все ответят, во-вторых, у нас нет гарантии, что ответят правильно, и вся информация будет заполнена четко и, скажем так, правдиво. И с другой стороны, опять же, у нас не все население умеет пользоваться интернетом и имеет доступ к интернету. То есть у нас сразу выпадает, да, у нас выпадает достаточно большой кусок, скажем так, относительно большой кусок населения, которое нам как раз с точки зрения переписи важно именно с точки зрения того, что это социально незащищенное население, которому как раз необходимы разные, скажем так, социальные заходы. И, соответственно, оно, если оно у нас не попадает в такую перепись, то, соответственно, мы не знаем, сколько его такого, какие у него проблемы, и мы не можем планировать никакую социальную политику. Так, почули. Давайте зробимо паузу, продовжимо потім нашу розмову. В нас є ще один спікер, Владислав Станков, політтехнолог, долучається до розмови. Владиславе, ми вас вітаємо, дякую, що долучились. Да, здравствуйте.
На вашу думку, чому важливо в Україні зробити перепис і зробити його, усучаснити, так, реальний перепис? Ну, в первую очередь, с моей точки зрения, перепись населения имеет некий определенный идеологический характер, потому как если мы узнаем действительно, сколько человек проживает на сегодняшний день на территории Украины, какие происходят внутренние демографические процессы, и рождаемость, и смертность, и откуда, куда переселяются люди, это может быть результатом эффективности социальной политики, скажем так, государства. Но и выстроить новые ориентиры для того, чтобы сформировать ту или иную социальную политику в плане коррекции этих происходящих событий. Конечно, это важный и серьезный аспект, тем более она должна была проходить в 2020 году, и в связи с ковидом и финансовым положением, я так понимаю, перенеслась. Но для власти не совсем будет удобно, сейчас говорим о политике и технологиях, не совсем удобные, я думаю, будут результаты этой переписи, которая покажет утопическую политику или состояние политики, которая влияет на население тем или иным образом. Не проводився перепис населення. І весь цей час якась соціальна політика провадилася. Ну, як в реальність повернути так політиків і показати їм, що ось є життя незахищених громадян, у людей немає доступу до інтернету, і це одна із найменших, мабуть, бід. Но на сегодняшний день по поводу доступа в интернет, надо отдать должное, я сейчас столкнулся с работой многих ОТГ, так сказать, объединения граждан, то на сегодняшний день выделяется большое количество денег для того, чтобы привести в те места, где нет интернета, высокоскоростной интернет. Но это не решает сути проблемы, потому что экономическое состояние населения такое, что не каждый пенсионер может себе купить смартфон, ноутбук или компьютер, и более того, у них нет знаний для этого. Поэтому все, кто говорит о том, что 21 век на пороге, и говорит, что перепись можно провести через интернет, это большая фикция, а реально нужна так называемая технология опроса от двери к двери для того, чтобы сформировать нормальные, полноценные данные. И, конечно, я же говорю, что результаты этой переписи могут негативно, в смысле политики, повлиять на, так сказать, власть. І ще таке питання. Вчені-демографи, вони якраз прогнозують, що майбутній перепис покаже, наскільки мало українців живе сьогодні, наскільки низька народжуваність в Україні, висока смертність. На жаль, за останні 3 місяці вона різко підросла. А яка ж має бути соціальна політика тоді, на вашу думку? Ну, в першу чергу, повинен бути розроблений план по корекції тех показателей, скажем так, которые мы получим. Если это большая, высокая смертность, но сейчас понятно от чего, от ковида, но все-таки на первом месте, например, по смертности у нас сердечно-сосудистых заболеваний, к примеру, да? То есть, естественно, нужно выделять средства на борьбу с заболеванием и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Плюс, допустим, рождаемость. Да? Была помощь при рождении первого, второго, третьего ребенка. Сейчас эту помощь практически отменили. Например, да, я привожу примеры. Ну и таких фактов достаточно большое количество. Соответственно, перепись – это фундаментальное исследование, на которое власть, политики, общество должно опираться для выстраивания политики и стратегии будущего формирования государства. І наостанок ще таке питання. Чому ж ці 20 років не проводився перепис? Це було зручно для влади чи як? Як гадаєте? Ну, во-первых, отсутствие политической стабильности и вы видите, что у нас резко меняется политический курс, и каждая
партия, которая приходит к власти, ее представители, сразу на следующий день думают о следующих выборах. И это формирует такой синдром отложенных неважных дел, которые не очень-то хотелось показывать. Но уже настолько, знаете, принято непопулярных решений вот за последний год, что думаю, что все-таки к этому вопросу подойдут и найдут на это средства. Тем более в масштабах бюджета это не такие большие финансовые средства, тем более, что на базе данных переписи населения формируется множество бюджетных программ. И это может, если там будут реальные данные и явное, очевидное сокращение населения, то это может привести к пересмотру этих программ и выделению финансовых средств. Почули вас. Дякую, що долучились. Владислав Станков, політтехнолог, був з нами на прямому зв'язку. Гарну тему торкнувся Владислав. Дивіться, коли новий господар приходить на підприємство, він першим чином що робить? Має зробити інвентаризацію, так? З чим він приймає це підприємство? Що в нього є? Які в нього є ресурси? Коли в нас з'явилася Україна, так? Ми провели перепис, ми розуміємо, яке в нас є населення. Чому 20 років ми це не робили? І кожний новий господар, так, ну, президент, так, який приходив до влади, йому було не цікаво, що ж він має на сьогодні, який ресурс людський. Ну, якось так. Ну, смотрите, исходя із рекомендацій, які є на сьогоднішній день, хорошо бы проводить переписи раз в 10 лет. Mm-hmm. То есть следующая перепись, которая у нас должна была бы быть, она должна была быть в 2011 году. Мы хорошо помним, что в 2011 году у нас сменилась власть, у нас пришел к власти Янукович, и это было начало как раз его, скажем так, да, работы недолгой на чолі країни. И с одной стороны, да, ему это было не очень интересно, потому что он решал какие-то сиюминутные проблемы. То есть, ну вот, ему это было не интересно, не важно. И потом, в общем-то, мы знаем, чем это все закончилось. Следующий пришел Петр Порошенко, и при этом страна оказалась, да, фактически в состоянии войны. Да. И опять же мы решали какие-то... Першочергові, так? Я не могу сказать першочергові, потому что я считаю, что перепись населения это тоже першочерговая, скажем так, вещь, потому что мы должны, если у нас есть информация о том, какое же у нас наявное население и какие у нас першочергові проблеми населення, то ми, возможно, можемо більш, скажімо так, качественно сформувати бюджет, тому що ведь перепись населення – це основа для формування, собственно говоря, всього бюджету. И да, то есть если мы понимаем, что у нас население стало меньше или население стало больше, и каких у нас верст населения стало больше или меньше, мы можем где-то сэкономить, а где-то, например, сделать большее вложение. Да, то есть у нас есть какие-то обязательные траты, когда мы понимаем, что у нас есть бюджет на армию, есть бюджет на правоохранительные органы. Это у нас какие-то есть, скажем так, да, какие-то проценты от нашего ВВП, это какая-то есть сумма, которую мы так или иначе запланируем. Но на все остальное ведь можно планировать более грамотно бюджет, когда мы знаем, что у нас, какие у нас потребности общества, какие потребности у населения, на что в первую очередь нам нужно обратить внимание. Соответственно, если бы мы грамотно к этому подошли, то нам не нужно было бы, то есть мы перепись могли бы провести там в 14-м, в 15-м, в 16-м году. И уже дальше планировать, потому что, ну, понятно, да, что 14-15 годы были достаточно сложные, и речь шла, в общем-то, о выживании страны, то уже в 16-м можно было, в 16-м или в 17-м году можно было запланировать перепись и провести ее так или иначе. И опять же, то есть это позволило бы более эффективно управлять государством. Поэтому, да, действительно, в общем-то, тут я по большей мере согласна с коллегой в том, что у нас, скажем так, политики, которые приходят к власти, они решают какие-то, с их точки зрения, первоочередные вопросы. И, скажем так, да, те, которые им кажутся важными, хотя, с моей точки зрения, проведя перепись населения, можно было бы, скажем так, неплохо прокачать свой имидж, если правильно распорядиться полученной информацией.
Я хочу зачитати думку директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова. Ключовим питанням у динаміці населення є народжуваність. В Україні ж спостерігається негативна динаміка – мінус 106,5 тисяч осіб з початку року. Народжуваність. Це ключове питання, на вашу думку? Конечно, народженность – це ключове питання. Причем у нас эта отрицательная рождаемость, она у нас – это не первый год. То есть нельзя говорить о том, что это у нас случилось сегодня. У нас речь идет о том, что у нас эта отрицательная рождаемость уже на протяжении достаточно большого периода времени. И Украина попала в такие, скажем так, не очень хорошие демографические качели, когда у нас каждое, грубо говоря, каждое следующее поколение, оно у нас становится меньше, и мы оказываемся в ситуации, когда у нас, условно говоря, да, поскольку мы знаем, что у нас в основном в семье это один, максимум два ребенка, очень редко, когда, то есть у нас так или иначе, да, то есть у нас получается, что у нас меньшее количество населения воспроизводит еще меньшее количество населения. То есть у нас просто, скажем так, рождается меньше людей от меньшего количества людей. И для Украины это большая проблема. Это такая же проблема, как и для Европы. То есть здесь нужно... И это действительно это ключевой вопрос для социальной политики государства. А еще взяты смертность, иммигрантство? Да, ну, скажем так, тут, если мы говорим о смертности, то нужно разделить, допустим, смертность, которая касается, скажем так, пожилых людей, да, и смертность детской смертности, и смертности людей, которые среднего возраста. То есть здесь у нас есть несколько моментов. Давайте почуємо ще одну думку. У нас є на зв'язку Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи з наукової роботи. Олександре, ми вас вітаємо. Спасибі, що долучились. Доброго дня. Олександре, на вашу думку, чому так важливо провести всеукраїнський перепис населення? Ну, причин декілька. Тому що перепис населення – це є база для всіх поточних подальших демографічних розрахунків. Зараз проблема полягає в тому, що ми не знаємо взагалі чисельність населення країни. І це обумовлено декількома чинниками. Перший чинник – це що взагалі перепис населення був у нас єдиний в Україні за часи незалежності в 2001 році. А після цього просто в зв'язку з тим, що проводиться ще й поточний облік населення, тобто реєструється кількість померлих, народжених, міграція, але з плином часу накопичуються певні похибки в оцінці чисельності населення. Тому країни знайшли такий компроміс раз на 10 років проводити перепис населення, тому що це не дешеве задоволення. У нас вже не було вже більше 20 років, ну 20 років практично перепису населення, плюс в нас відбулись дуже значні події, які просто зруйнували як і облік взагалі чисельності населення. Це війна 2014 року, коли кількість людей, мігрантів, була мільйони буквально. Частина з них повернулась на свої території, частина – ні. І за обліком вони всі знаходяться на тій території Донецької, Луганської області, на якій вони проживали до 2014 року. Наступний чинник – це трудова міграція, яка це частково носить, переважно поки що це маятниковий характер, тобто люди їздять на заробітки і повертаються. Но частина цієї маятникової міграції переходить у постійну, і люди там залишаються на роботу. Це ж стосується і студентів, коли в абсолютних цифрах це, можливо, не дуже значна цифра, але теж вони їдуть на навчання. І частина з них просто залишається там, а за обліком вони всі знаходяться в Україні. Одна проблема – це якби державний рівень. Чим на менший територіальний рівень ми спускаємось, скажімо, область, район, територіальна громада, тим більше похибка в оцінці чисельності населення. І це не дає змогу проводити нормальну соціально-демографічну, соціально-економічну політику, розраховувати певні плани, оцінки робити. Проблема з оцінкою статево-вікової структури територіальної громади, новоутворених районів, таких даних практично немає. Ми не знаємо мовної ситуації, етнічної ситуації. Ми втратили, ну просто зараз немає сімейної нормальної структури, ми не можемо її оцінити. І так далі. Тобто демографічні дані точні необхідні для
того, щоб забезпечувати діяльність, життєдіяльність держави і держави, області, будь-якої території. І воно все повинно ґрунтуватись на якійсь реальній основі. Тому перепис важливий в цьому сенсі, дуже важливий. Плюс дані перепису зазвичай використовуються для прогнозів. Ми зараз, наприклад, відмовляємося вже з 2007 року робити демографічні прогнози на регіональному рівні. Тому що ми не впевнені в регіональній чисельності населення. Щодо України робимо прогнози, але з великими застереженнями, те, що дані треба використовувати обережно і так далі. А прогноз – це те, що кладеться в основу теж планів короткострокових і перспективних планів розвитку країни. Тому тут якби для мене питань немає у важливості перепису населення. Ну, у керівництва держави, мабуть, є. Олександре, і ще таке питання. З огляду на те, що все-таки демографічна ситуація дуже залежить від низького рівня народжуваності, на вашу думку, яка повинна бути соціальна політика в цьому напрямку? Ну, народженість, смертність – це є демографічна ситуація. Річ у тім, що низька народжуваність, вона приблизно певні роки тримається на рівні середньоєвропейському, там теж низька народжуваність. Для того, щоб народженість була нормальна, і це свідчить дані всіх соціологічних обстежень, треба проводити нормальну соціальну і економічну політику. Зазвичай люди пояснюють, чому вони не мають такої кількості дітей. Це причини – низька заробітна плата, проблеми з житлом і нерозвинутість соціальної інфраструктури для дітей, особливо для дітей дошкільнят. Це основні причини, чому народженість низька. Це, так би мовити, економічний чинник, соціально-економічний. Плюс є загальносвітові тенденції, тренди, коли з розвитком держави, в принципі, народжуваність падає. Це пов'язано з тим, що жінки спочатку навчаються, хочуть зайняти певну, достойну роботу отримати, а вже потім вже планують одружитися і народити дитину. В нас зростає середній вік одружень, середній вік жінок при народженні дітей. І в зв'язку з цим реалізувати, наприклад, плани по народженню другої і третьої дитини виявляється складніше. Ми вважаємо, що немає окремої там демографічної політики щодо підвищення народжуваності, є просто соціально-економічна політика, яка впливає на демографічні процеси. Те, що зараз держава підтримує, виплачує сім'ям певну допомогу, ми не вважаємо, що це є стимулювання народженості. Такі заходи, вони вкрай обмежений термін впливають на підвищення народженості. Дослідження показують, що 2-3 роки після цього вплив доплат на народженість зменшується. Але в умовах України це правильна політика, тому що народження дитини підвищує ризик того, що родина буде потрапить за межу бідності. Тому в нас в Україні оця підтримка – це не підтримка стимулювання народженості, а просто підтримка, матеріальна підтримка сім'ї, її треба робити. Почули вас. Дякую, що долучилися. Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи з наукової роботи, був з нами на прямому зв'язку. Погоджуєтесь, що потрібна правильна соціально-економічна політика? Звісно. Покроково, що ми можемо робити? Підвищення допомоги, так? Що ще? Смотрите, опять же, нужно понимать социально-демографическую структуру населения. Как правило, повышение вот этих выплат, оно, да, если мы посмотрим то, что у нас было при народжении дитини, если мы вспомним, то у нас, если меня память не изменяет, в 2008 году у нас был такой, скажем так, популистский ход сделан, когда очень сильно увеличили эти выплаты, и это привело к тому, что рожать стали, скажем так, социально незахищенные верствы населения. И, заради допомоги. Заради допомоги, да. То есть фактически эти дети никому не нужны были, ни государству, ни их родителям.
Деньги, как правило, уходили совершенно не на ребенка. Тогда было принято решение, что нужно это каким-то образом контролировать. Деньги в руки не давать, деньги давать частями. И, соответственно, эта волна, скажем так, упала. То есть мы должны понимать, что на сегодняшний день, если мы хотим увеличить на рождаемость не самых бедных, да, то есть а людей среднего класса, то мы должны понимать, что нам нужно менять, наверное, защиту прав вот этого среднего класса, потому что на сегодняшний день женщина будет думать, может ли она уйти в декрет, не уволят ли ее. Да? То формально у нас есть законы, что женщину беременную не могут уволить с работы. Но фактически мы знаем, как это все происходит, когда у людей заявления по собственному желанию лежат, как правило, в тот момент, как они поступили на работу. То есть там просто не проставлена дата. И, скажем так, да, то есть человек не может быть уверен в том, что он сможет вернуться на ту позицию, с которой он ушел. Если мы опять же возвращаемся к женщине, то если она даже год пробудет в декретном отпуске, то это значит, что она потеряет свою квалификацию частично. Соответственно, у нас появляется достаточно много вопросов, и, в принципе, это не только наши вопросы, это, в принципе, и общеевропейские, и, скажем так, и Соединенных Штатов Америки. То есть это все, скажем так, глобальные вопросы, что делать с женщиной, и, когда она, допустим, ушла на какое-то время, она выпадает из обоймы. Соответственно, так или иначе, она теряет квалификацию, как ей вернуться, скажем так, да, то есть даже если у нас есть равные права, то как ей вернуться обратно, как если она... Да, как этот уровень свой сберечь, если она... даже при прочих равных работодатель, понятно, что он возьмет, скажем так, на работу того, кто более квалифицирован, вне зависимости от того, женщина это или мужчина. Если женщина проиграла на уровне квалификации, то, да, то есть тут нужна социальная политика, которая будет, то есть как заставить работодателя взять худшего специалиста, опять же, зная, что этот специалист будет ходить на больничный, по уходу за ребенком. И он будет отпрашиваться в садике, потому что тут нужно забрать ребенка из садика раньше, тут нужно с ним сделать уроки, тут его нужно отвезти на кружки, и никто никак эту женщину не может, да, поддержать. То есть здесь очень большой комплекс вопросов у нас возникает. Дякую, що завітали, і спасибі, що підняли разом з нами цю важливу тему. Ганна Ятвецька, кандидатка соціологічних наук, була з нами в цій студії, а я передаю слово.